Как снижать давление без таблеток, всегда быть в тонусе и молниеносно повышать себе настроение. Об этом узнали химчане на мастер-классе по фитнесу. Его провела член Олимпийской сборной СССР по спортивной гимнастике, кандидат в мастера спорта и дипломированный фитнес-инструктор Вероника Носова, которая показала горожанам незатейливые, но действенные упражнения. Когда вам очень грустно, надо начать делать простые физические действия. Самое главное – потереть ладошки. Это ваш ладошник, да? Мы греем сами себя. Мастер-классы проходят в Химках регулярно. Посетить любой из них можете и вы. Подробную информацию о дате и времени проведения можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.